Сегодня во Франции вспоминают погибших в результате нападения на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». 2 года назад, 7 января 2015-го, двое террористов ворвались в редакцию «Шарли Эбдо» в Париже и расстреляли сотрудников журнала. Тогда погибли 12 человек. Спустя 2 дня расследование террористов ликвидировали на окраине Парижа. И сегодня мэр Парижа Ан Идальго, министр внутренних дел Франции Брюно Леру и сотрудники журнала возложили цветы к мемориальной табличке на месте трагедии. Ну а на обложке журнала «Память» заголовок 2017. Наконец, конец туннеля. На картинке нарисован мужчина, заглядывающий в ствол автомата террориста. Менять что-то в политике издания редакция не стала. Но усилили охрану. Адрес редакции держат в тайне, и оборудована она как бомбоубежище с пропускным режимом и обысковыми комнатами.